Ночной кубок России попал на контактному рукопашному бою FCF 2023 года. В Кубке России принимают участие команды Белгородская область, Волгоградская область, клуб АФ ФСФ город Лиски, Воронежская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Краснодарский край, Липецкая область, Ростовская область, Чеченская республика. Представляем судейскую коллегию соревнований. Главный судья, судья высшей категории АФ ФСФ Сергей Борисович Ермаков. Главный секретарь, судья международной категории АФ ФСФ Ольга Рабананова. Заместитель главного судьи, судья первой категории АФ ФСФ Максим Аракелян. Рефери, судья республиканской категории АФ ФСФ Александр Утепов. Рефери, судья-стажер ОПРБ ФСФ Александр Жихарев. Секретарь Наталья Черная. Слово предоставляется вице-президенту Международной федерации полноконтактного рукопашного боя Александре Викторовне Ермаковой. Добрый день, уважаемые коллеги. Как вы знаете, данное мероприятие является отборочным на Кубок мира, который состоится в этом же зале 2-3 декабря. Победители данного Кубка России будут включены в сборную и будут защищать честь своей страны на Кубке мира. Как вы знаете, все мероприятия в этом году у нас посвящены 20-летию нашей федерации, приурочены, поэтому еще раз хотела бы вас с этим юбилеем поздравить. Основное мероприятие у нас было на чемпионате мира, но на Кубке мира мы тоже, возможно, кого-то отметим в связи с этим юбилеем. Хотела бы вручить несколько лицензий. Первая лицензия вручается судья по ПРБ ФСФ Жихареву Александру Анатольевичу. Также у нас продолжается деятельность Федерации по расширению в регионах наших отделений. И одно из таких отделений у нас открылось недавно в Карачаево-Черкесской республике. Хотели бы вручить сейчас лицензию руководителю Карачаево-Черкесского регионального отделения АФ ФСФ Эркенову Мурату Аубекировичу. У нас сейчас предстоят финальные поединки, наверное, самое важная часть мероприятия. Я хотел бы пожелать каждому спортсмену удачи. Пусть победит сильнейший. Слово предоставляется руководителю Российского национального отделения АФФСФ Эльдару Тахмановичу Магдиеву. Добрый день, салам алейкум. Уважаемые спортсмены, тренеры, зрители. Вот прошла у нас предварительная часть Кубка России. Хочу отметить, что бои были зрелищные. Уровень спортсменов поднимается с каждым разом. Это мы видим на ковре. Осталась у нас финальная часть. Хочу пожелать всем удачи. Победителям хочу пожелать хорошей подготовки к Кубку мира, который у нас пройдет в декабре. Всем удачи! Удостоверение вручается кандидат в мастера ФСФ Чертов Никита. Удостоверение кандидатов в мастера ФСФ Каурнукаев и Лес. Удостоверение кандидатов в мастера ФСФ Сатуев Расул. Удостоверение мастера ФСФ, черный пояс, первый дан, Шалхо Руслан. Удостоверение мастера ФСФ, черный пояс, первый дан, Юсупов Джумахон. Удостоверение мастера ФСФ, черный пояс, первый дан, Фтюрин Артур. Удостоверение мастера ФСФ, черный пояс, первый дан, Бойкин Артем. Удостоверение тренера республиканской категории АФФСФ, мастер ФСФ, черный пояс, первый дан, Бойкин Артем. Кубок России по полноконтактному рукопашному бою ФСФ 2023 года объявляется открытым. На ковре возраст 8-9 лет, 26 килограмм. Джалилов Амир, Республика Дагестан. Гаджиев Ислам, Республика Дагестан. Один красный. Поднимите. Один синему. Поднимайте. Один красному, один красному. Со счетом 3-1 победил спортсмен красной экипировки. На ковре возраст 8-9 лет, 29 килограмм. Мазанов Бали, Ростовская область. Акихов Кельдар, Воронежская область. Предупреждение получает синий за нарушение экипировки. Техническое время синему, 2 балла красному. Один красный. Два красного. Поднимите. Один красному. Один красному. Со счетом 7-0 победил спортсмен красной экипировки. На ковре возраст 8-9 лет, вес 32 килограмма. Красный — Шалхо Руслан, Ростовская область. Синий — Фурсов Руслан, Воронежская область. Два красного. Один красному, один синему. Два синему. Один синему. Один красному. Стоп. Да, понял я. Один синему. Продолжайте. По одному баллу им дали. Все оценки оценивались. Что вы хотите? Сюда подойдите, судьи, подойдите. После команды «Стоп» вы имеете в виду удары? Нет? Ну тогда оставьте свое мнение при себе. Со счетом 5-4 победил спортсмен в синей экипировке. Что он сказал? На ковре возраст 10-11 лет, вес 30 килограмм. Красный — Сатуев Расул, Чеченская Республика. Синий — Закриев Асхаб, Чеченская Республика. Один синему. Замечание, красный, выход за линию. Один синему. Один синему. Два синему. Два синему. Один синему. Со счетом 8-0 победил спортсмен в синей экипировке. На ковре возраст 10-11 лет, вес 34 килограмма. Красный Фтюрин Артур, Краснодарский край. Синий Халимбеков Умар, Республика Дагестан. За ними готовятся возраст 10-11 лет, вес 38 килограмм, красный Зураев Абдулла, клуб МАС, синий Хаустов Даниил, Воронежская область. Один красный, один синий. Остановите. Два синих. Один красный. До первого технического действия, пожалуйста. Один красный. Со счетом 4-3 победил спортсмен красной экипировки. Пробил ногой в корпус. На ковер вызывается возраст 10-11 лет. На ковре возраст 10-11 лет, вес 38 килограмм. Красный Зураев Абдулла, клуб МААС, Чеченская Республика. Синий Хаустов Даниил, клуб Лиски, Воронежская область. Удушающим приемом победил спортсмен синей экипировки. На ковре возраст 10-11 лет, вес свыше 38 килограмм. Красный Киселев Глеб, Краснодарский край. Синий Желтяков Дмитрий, Воронежская область. Синему. 2 синему, 1 красному. Красным. Поднимайте. Один красный. До первого технического действия. Со счетом 4-3 победил спортсмен в синей экипировке. На ковре возраст 12-13 лет, вес 38 килограмм. Красный Умаров Салах, клуб АФФСФ МОАС. Синий Заурбаев Ансар, Чеченская Республика. Синий предупреждение получает за нарушение экипировки секундантов. 2 балла красного. Техническое время. У нас положено бахил, ребята. Нам уже сказали с утра. Это требование хозяев клуба этого зала. Продолжайте. Один синему. Синему. Поднимите. Один синему. Удушающим приемом победил спортсмен в синей экипировке. На ковре возраст 12-13 лет, вес 42 килограмма, красный Садыхян Армен, Ростовская область, синий Пайзулаев Тамерлан, Чеченская Республика. Один красный. Два синих. Один красному. Один красному. Один синий. До первого технического действия. Один красному. Подойдите к рефери. Со счетом 4-3 победил спортсмен красной экипировки. На ковре возраст 12-13 лет, вес 46 килограмм, красный Сайдулаев Адам, Чеченская Республика, синий Идразов Саид Магомед, клуб ФСФ МААС. Один синему. Два синему. Поднимите. Один красный. Удушающим приемом победил спортсмен красной экипировки. На ковре возраст 12-13 лет, вес 50 килограмм. Красный Камалутдинов Исмаил, Республика Дагестан. Синий Бахухаджиев Сайфула, Колупаев Евсеев Маас, Чеченская Республика. Один красному. Два синему. Один синему. Три балла синему за нокдаун. Синий, вернитесь на место. Один синий. Два, стоп, стоп. Ввиду отказа представителя, победа присуждается спортсмену в синей экипировке. Спортсмену в красной экипировке, победа присуждается спортсмену в синей экипировке. На ковре возраст 14-15 лет, вес 46 килограмм, красный Имакаев Байсангур, клуб АФФСФ МААС, Чеченская Республика, синий Абдуллаев Магомед, Республика Дагестан. Один синему, два синему, подойдите к рефери. Удушающим приемом победил спортсмен в синей экипировке. На ковре возраст 14-15 лет, вес 50 килограмм, красный Саидов Ибрагим, клуб АФФСФ МАМААС, Чеченская Республика, синий Аминтазаев Магомед Дариб, Республика Дагестан. Один красному. Поднимайте. один красный. Со счетом 3-0 победил спортсмен красной экипировки. На ковре возраст 14-15 лет, вес 55 килограмм. Красный — Кокичев Черим, Кабардино-Балкарская республика. Синий — Вазаров Малди, Чеченская республика. Пассивное ведение боя. Счетом 4-0 победил спортсмен в синей экипировке. На ковре возраст 14-15 лет, вес плюс 60 килограмм. Красный — Азуев Мансур, клуб АФ МААС, Чеченская республика. Синий — Ахаев Магомед Салах, Чеченская республика. Один красный. Два красному, один красному. Секундант, помогите, может, вы ему там ноги постучите, ему по пяткам. Только быстрее, а то мы будем долго ждать. Так, у нас время кончается. Может он продолжать? Так, медики, что скажете? Он может продолжать? Значит, эту ситуацию мы оцениваем как несчастный случай. Была рубиловка и случайно столкнулись. То есть здесь замечание вам просто аккуратнее коленями. Продолжаем. Держитесь рабочей зоны. Один сильный. Один красный. Два синему. Со счетом 5-4 победил спортсмен красной гардеробки. На ковре возраст 16-18 лет, вес 53 килограмма. Красный Ибрагимов Зубайр, Чеченская Республика. Синий Автарханов Магомед, Чеченская Республика. Выход за линию, красное замечание. Красный, второе замечание, выход за линию. Один сильный. Один красный. счетом 3-1 победил спортсмен в синей экипировке. На ковре возраст 16-18 лет, вес 57 килограмм, красный Ибрагимов Мавсар, клуб АФФС МААС, Чеченская республика, синий Кажаров Амир, Кабардино-Балкарская республика. Замечание, пассивное ведение боя. Один красному. Рефери, подойдите. Продолжим. Подойдите к рефери. Со счетом 3-2 победил спортсмен в синей экипировке. На ковре возраст 16-18 лет, вес 61 килограмм. Красный Ахмедов Абдурахман, Республика Дагестан. Синий Абдурагимов Абдурагим, Республика Дагестан. Пассивное ведение боя. К рефери подойдите. Со счетом 5-0 победил спортсмен в синей экипировке. На ковер приглашается возраст. На ковре возраст 16-18 лет, вес 71 килограмм, красный Мазаев Ислам, Республика Дагестан. Синий Исмаилов Дени, Чеченская Республика. Два красного. Со счетом 4-2 победил спортсмен в синей экипировке. На ковре возраст 16-18 лет, вес 77 килограмм, красный Симоненко Егор, бойцовский клуб «Сталинград», город Волгоград. Синий Сидоров Григорий, бойцовский клуб «Сталинград», город Волгоград. Один синему, один красному. Два красному. Два синему. Удушающим приемом победил спортсмен красной экипировки. На ковре возраст 16-18 лет, вес свыше 77 килограмм, красный Наврузов Имам, Республика Дагестан. Синий Маджалов Магомед, Республика Дагестан. Два синему. Один синему. Два синему. Нет, один раз. Два синему. За счетом 7-0 победил спортсмен синей экипировки.